сейчас! Это все происходит не на Что, мы сюда шли? Это что, очередная тупая шутка? Дерьмо! Ладно, дверь за нами закрылись. Ну, конечно. О, черт! Ведь это был их дом. Дерьмо! Из этого дерьма! Я буду очень признателен. Так, двери не открываются, смотрите. Ага, выхода не будет, да? Вот же как оно бывает. Только не снова. Наверное, мне привиделось. Ник, смирись, приятель. Здесь повсюду одно дерьмо. Черт побери, черт! Побери, черт! Вон, надо видеокамеру выключить. Ой, Михаил, что-то стена сверху упала. А, получилось! Наверное, сюда вот я так понимаю. Давай. Залил. Что за... Все, пизда, да? Это что? А, расшей. Это неожиданно. Ни хрена себе, вы раньше такое видели? Да, вроде нормально. И я нет. Так, кнопочка есть. Круто, когда видишь что-то новое. Да, я готов. Вы там чего? А вон нажал, нажал. Черт побери! Черт, я слишком стар для этого дерьма. Господи, что мне принесло из Кливленда? Осторожно. Перезаряжаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что там? Уже на меня досталось. Люк закрыл. Собак, давай. Нужна мотивация. Может быть, там нет зомби. И мы спускаемся в ад. Живых останется. Может быть, такая. Это где? Это будет он, да? Это будет Рошель. Все тут? Да, да. Осторожнее. Сейчас загорится! Боже, тут никого. Ну, пятница пока. Ты его убил. А если я тогда спасал? Ага. Зал большой впереди. Занят. Осторожно! Слышу парню. Выбегаю. Слушай, меня агрится. А, все, кого не осталось. Все, вроде все чисто. Так, так, тут секреты. Раз, два, три. Первый слева есть. Слева есть канистры. Ну, первый вот это. Тут не та самая. Вот канистру можно залить. Направляемся! Не знаю. Возможно? Загорелась третья лампа зеленым. Все, загорелась. О, да! Гранатомет! Вторая, что? Мишень, я стреляю, ничего не происходит. У нас есть пушки! Я тут возьму гранатомет. Ладно, нормально. Понял. Красавчик. Ау, ворота открылись! Все, двери открылись. Тут немножко зомбей. Жакей! Reloading! Жакей! Жакей! Ага. Так, ну такая же смешит, да? Осторожно! А вот здесь? Так, канистра... Все возьмите себе оружие! Канистра. Канистра одна? Да. Ну, заливать можно в двух местах. Я и, наверное, туда, где патроны, вот сюда. Давай, заливаем. Так, и этот самый Исаул возьмет бомбу. Осторожно. Ну что, аптечку оставляем? Пускай на всех случаях дадим, да, после. Так, ну что? Так, вот дайте, пожалуйста, возьму эту пропашку.
Давай. Сейчас в атаку дойти, блин. Обратно к двери. Ждем тебя только что. Так, курильщик рядом. Ой, курильщик, то есть. Курильщик! Курильщик! В лёгках. Я вижу внизу, что это конец берет. Ой, блин, что ты же? Долбахнула! Толстяк. О, ведьма, убиваем. Подожди, какой ведьм. Я не вижу смысла. Ой, блин, она там входит. Я слышу где? Эту ведьму. Выключи фонарь. Сейчас же. Там. Стреляй, ведьму! Стреляй, ведьму, скорее! Убили, нет? Блин, он так медленно. Не знаю. Я вообще ее не вижу. Ну, вполне. Там от калашникова. Здравствуйте. Прекрасно. Еще одна бомба. Пушки. Здесь еще бомба. О. Канистр там я видел, надо заливать, чтобы мост начался. Бери, наверное. Тут еще одна канистра есть. Ну, пока непонятно, куда ее. Там, наверное, наверху можно ничего не открывать. Где осталась одна неоткрытая. Да, я секция. Заливаю, короче. Сейчас будет шумно! Взял канистру! Здесь есть боеприпасы. Вот и они. Осторожно. Данила! Перезаряжаю. Так вы отбили, но... Плевальщица! Плевальщица меня зацепила! Плевальщица! Ага, и что делать? Вон, красный сгорел все это. Блядь, нужна капитальная ракетница. Ну, гранатомет. Да. Так, где ты здесь увидел? Ага, где? Сейчас, где? Сейчас, где? Сейчас, возможно, я взял гранатомет! Че, где искал? Все, я не помню, где у красного. Над тобой прям. Больно. Попал? Да, попал. Да, мне больно стало. Бля, канистра уничтожила. Она вон дальше не знала. Я думаю, что если нам что-то дальше будет, нужно это добить. Сейчас как на пол уровня канистра. Вот здесь надо дверь, чтобы, я так понимаю, открыть ворота. И еще две можно открывать секции. Камил бежит. Мимо пробежал. Структуру пробежал вначале. Охотник! Так. Перезаряжаю! Я бы его там. Получи, тварь! Ага, перезаряжаю! О, красиво, ноги! Кстати, хорошие, здесь, смотрите, тут есть катана, зарёка, патроны. Сейчас. Ой. Reloading. Больно. Надо понять, где конечно. Так, впереди где-то. Перезаряжаю. А здесь деньги, деньги. Два мешка. В чемодане. Два мешка в чемодане. Да. Забирай. Вот граната. А вот когда ты полетел, над тобой красный ага, круг загорелся, который надо стрелять. Гранатомет. Я рядом есть. Давай я к тебе лечу. Ай. Осторожно! Так, я так понимаю, надо обратно. Окей! Ну, наверное. Там гранатомет нашел какой-нибудь или что? Так, они тебя как-то скинул назад. Да, я прыгаю сюда. Да? Вот дерьмо! Да я опять. Попал? Привет, попал, да. Я не
ничего не вижу! На меня кто-то влез! Жакей! Подберем по канистре, пошли сюда. Курильщик где-то. Ой, громил прям на нас! Громила! И курильщик где-то еще. Нет! О, о. Готов? Перезаряжай! У меня есть. Так, я заливаю в какую-нибудь секцию. У меня канистра! Я что, сбросил, что ли? Да, вторую. Вот, вот где патроны, канистру. Где катана. Давай, а мы заливаем это. Ты вправо, я влево. Нам придется открыть ворота. Здесь есть боеприпасы. Все еще не хватает бензина. Видим, патроны. Наверное, тебе бы надо сейчас полечиться. Да. Перезаряжаю. Так, я вижу прекрасно, ты вижу. Видим, опять надо заменить. А, вон он, нет, под пропеллером прямо светится. Ну давай посмотрим, а что за это? Все возьмите себе оружие! А, не заработать хотел. Беру какой-нибудь охотник. Охотник! А его там зажало. Не, убить-то надо, сейчас. Там же толстый. Хорошо, тренер. Вот, теперь можно будет разнести все. Стой. Тиховато. Здесь отбойник сзади этот есть, дробовик за меня. Отвёлся. Готово. Ну что, попал, дальше? Атака сзади. Сзади атака, да. У меня стулья. Перезаряжаю. Сзади. Помогайте мне. Нет, железный. Так, боеприпас. Замои шприц. Нужен кому? Замои бомба. Громила поблизости, будьте осторожны. У меня огонь возьмите тогда. Вы взяли бомбу, огонь но возьмите. Молотов у меня есть, да. Один. Да, а что, издевается что ли? Бомбу взял. Давайте уже дойдем до конца. Ну что, здесь первый. Первый я, только единственное, там, по-моему, громила орёт, надо бы его как-то постараться дрогнуть до того, как я туда полезу. Ну, на лоб, на первую, прыгни. И поосторожнее там! Там еще толстый где-то есть. Здесь дефибрилятор. Бля, ай! Ну, что, спускайся. Огонь. Внизу крутится вентилятор, его надо будет в любом случае останавливать. А вентилятор есть? А вот не вижу. О, есть! Есть, есть, есть. Ладно, пора пойти взорвать что-то. Единственное только... Все, попал. Сейчас остановится. Карашель там все сделает. Хватит дергаться, я так тебя не вылечу. Вот тебе... Я взял гранатомет! Там! Там? Да. Где? Полетел! Наверх полез! Танка, видишь? Не мой, стреляй! О, о! Я не вижу ничего. Нужно! Бросаю самодельную бомбу! Стреляйте в этого танка! Черт, нормально меня блевота спала. В какой момент? Так, что у нас тут? Интересно, интересно. Здесь есть боеприпасы. Вставай уже. Подождите, я лечу. Это все нехорошо. Давай. Нам горошель полечить. Доктор Ник сейчас тебя подлечит. А, иди бери, закрываем дверь, пока чё-то на атаке не начались. Ага, все под... Боеприпасы! О, чёрт, все внутрь! Ха-ха-ха-ха! Вот вам и ха-ха. Слушай, ну танк, конечно, появился, думаю, блин, такой вообще... Зараза какой-то, блин. Да. Интересный момент. О, Ник появился. Я здесь? Я с тобой. Я здесь. Вот. Топор. Так. Ну.
Ничего себе. Оттуда мы пришли, а вот дверь, похоже. Эп! Нормально развалилась подо мной. Что? А дверь обратно закрылась. Так, печка падала. У меня плохое предчувствие. Кильнусь, пожалуй, тогда. Давай, быстренько. Может, подавить на что-нибудь? Вот теперь все. Так, подожди, а где мой этот? Бронебойник, бля, пропал. Господи, ты что, издеваешься? Какой бронебойник? Вот, смотри, круче. Дубовик. Бомбил, дубовик пропал. В рошель в руках. Это совсем хорошо. Пропал. В рошель, сволочь, мой дробовик забрала. Я с тобой. Ну, сволочь, она все равно. Свет ворогу. Ну давай уже! Так. Ты что, совсем? Чего там? Он прыгнет первым. Так, там мишень. Долго там разбирается. Это дерьма. Бля, я застрял. Блять. Пиздец! Да что ты будешь делать? А есть дефлибриллятор? Нет. Похоже, девица попала в беду! Погодите секунду, я подлечусь! А почему Рошель, главное, нокнулась, а я упав два раза? А потому что тебе лучше говорил. Потому что она женщина! Успокойся, с тобой все будет в порядке. Я видал и похуже. Ниже что там у вас? Не надо ли стрелять? Спасибо. Что ж, нет, ты, ой, бля. Я не знаю. Спасибо тебе за все. Я считаю, так. Ого, так куда лучше. Ты сейчас, кстати, отличная анимация была. Ты шагал просто по воздуху, как парень. Ясно, понятно. И сейчас шагаешь ты. Там кто-то притормозит, стой, не так быстро, не так быстро. Уаааа! Ёб, блядь, бассейн. Подожди, меня. А я на трубе остался. Вон, не, вот я уже, вон. Блядь, вылезай отсюда. Эй, мне тут не помню. Ты что, ё-моё? Кто-нибудь здесь стреляет? И сам лучше нужен. Бля, меня тащит. Меня тащит. Давай. Забирай дефлибриллятор. Я забрал. Есть аптечка? Я не подхватил грипп. Что такое? О. Так. Ну, блин, автомат я себе не залутаю пока. Канистр есть, надо просто посмотреть, что. Вот здесь есть какая-то оружие, но не могу канистр. Во-первых, наш охотник до сих пор живой. А посмотри, что с той стороны, что лучше. Антон, аптечка, вон, во-первых, в воде лежит. Дробовик лежит, нужен? Кто хотел дробовик? А где аптечка? Вот там, за дверью. За дверью, сбегай. За аптечка вот тут вот. Здесь шприц с адреналином. О, автомат мой. О. Да, там осторожно! Перезаряжаю! Отлично. Здесь громила! Жаки где-то бежит, наверное. Ой! Короче. Так, друзья, канистр-то есть? Есть? Нету. Была вперед, канистр. Пройди. Ну, да, значит, впереди должна быть. Ну, либо подожди случайно. Молодо! Там еще одна аптечка есть, если что. Где? Где? Там же, где автомат вылежал, вот здесь вот. Вот. Я не вижу. Ну вот я в воде, Антон, стою, подо мной, вижу, в воде. У меня дефлибриллятор, эту надо лечусь. Кормить, мадам. Плевальщица рядом. Здесь пулеавтомат есть в воде. Работала. Ну пошлите, мы сейчас стоим пошли, на месте, да, сейчас только атаки попробуют. Вон Рошель уже плевальщица убивает. Так, вот здесь аккуратно яма, походу, яма. Туда не упадите. Зашло, черт. Громил справа. Ага. Там тебе. Охотник уже сейчас я его подожду. Охотник. Зажигаю! Сзади там. Сзади нас.
Пошел. Заряжай, заряжай. Стреляй! Перезаряжаю! Видишь, какой на диване лежит отлично. Здесь там шприц с адреналином. Патронов да, нет? Можно, да, можно. В этой... В картине. В картине. Спасибо. Богом, у тебя горит, точно горит. Глаза на... Так, у меня патроны кончаются, так, не видели? Все, не стоим, не стоим, идем дальше вперед. Только побольше становится. Я снайперку поставил, жал. Сзади атака. Опять вижу. Перезаряжаю. Я тоже. Добивай. У тебя птичка. О! Ну, давайте я сагу. Ты отойди, стреляй на расстояние, стреляй. А почему Борма-то пугает? Ты снова стреляешь в меня. Как рег... Как регает эта игра вообще? Перезаряжаю. Да-да-да. Охотника снял. Перезаряжаю. Что у нас тут есть? Что-нибудь ну, вкусненькое. На двери, где убежище... В порядке. Железная... Железная самая. Железная дверь. Мы с ним в другую сторону попробуем. Жидкость, жидкость, оружие. А тут, ну, а справа, она, справа, она справа, закрыта, справа, вон, 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 вон. А нет, ты слышишь, ё-моё. Вот они. Громила! У как он двоих сбил-то, а, собака? Вообще красавец. Вопрос. Мы можем не заряжать. Так, вот здесь какая-то кнопка подсвечивается. Нажал. Одевайте маски, перчатки, все дела. Трусы семейные. О, о, дробаш. А тут патроны. Атака. Где патроны? Ладно. Выходи. Вы слышали о ходе? Бля, угол. Второй пистолет в этом не скажу. Охотник стапал расчетки. Тренер, не стреляй. Вы секси. Но он охотник. Или там подожди что-то, блин. Так, ну и что у нас тут? Второй этаж есть. Смотрю, рассматриваю. Здесь шприц с адреналином. Я гранату нашел. Прикройте на секунду, я подлечусь. Здесь случилось что-то плохое. Что хорошего есть? Совсем пока другой человек. Ничего. Пожрать нет шашлыка там. Пока нету. Шашлыков нема, блин. Наверх поднимаемся. О, здесь граната еще. Возьмите еще одну гранату. Бегу, бегу, бегу. А че с Рошелли? А че с Рошелли? Хромает, блядь. Хромает, собака. Да. Мозоль натерла ну, где-то. Так. Туалет. Туалет. Туалет забрал. Давайте крутим. Ой. Охотник. А здесь кто-то есть. Блять. Громила. Давайте вот сюда начнем. Перезаряжаю. Хорошо. Фауди. Держи. Ты выбираешь. Взятом. Аптечку взял? Давай эту. А, вот аптечка. Вот таблетки. Перезаряжаю. Где эта баба? Ты давай, взял давай, аптечку? Я ее полечу сейчас. Так держись. Лучше. И я тебя подлечу. Ну вот, теперь совсем другое. Что она как целенькая? Ух, можно идти дальше.
куда это ведет? Не да, знаю. Патроны последние свои тратит. Перезаряжаю! А, нам здесь еще не надо. Наверное, это пиво. Значит, там ту кнопочку нажать, наверное. Ну, наверное, да. Нажимаем? Нажимаем. Вот открылся, туда сложно. Так, возвращаемся с тобой, да? Да, конечно. Хватит стрелять друг в друга! Вот здесь выйдет, да, хорошо. Ну, да. Патрончики же надо. Блин, оружие! У нас нет, да? Канистр, получается, нет. Давайте, может, здесь? Ну, хотя... Слышали толстяка? Канистр, главное, не дать ему плевать на вас. Вот мы, конечно, зря. Внимание, внимание. Так, кто здесь стреляет? Слышите, гранатомет здесь есть. Слева патрон. Здесь есть аптечка. Эй, осторожно! Осторожно! Перезаряжаю! Все подохните без прощения. Потом мы взяли? Перезаряжаю! Да, да. Я взял гранатомет! Перезаряжаю! Ну давай, нет, блин. Давайте что-то. Есть толстяк! Давай, я взял. Где она? Здесь охотник. На переждение бери. Охотник вам лет, блядь. Зато. Ну я уже на опережение, блядь, стреляю. Чуть выше бери. Да. Эй, тут есть пушки. Черт, кажется, это опасная штука. Патроны кончатся, потом скажешь, виноват. Может, надо из автомата? О, красавчик. Так. Что мы делаем? Ну, там дверь открылась, там брат. Окей! Я пошел туда, черт. А вы оставайтесь здесь. Это никуда прикрой, не годится. Да, ага. Я потихонечку пошел, отлично. Какое отстойное место. Так, тут есть рычаг, я нажимаю это. Здесь есть оружие. Сейчас, я под тобой, я еще сейчас дверь открою аккуратно. А, вот. Вот, открылась дверь, которая... К убежищу ведет, да. Видимо, да. Под тобой дверь проломил. Что-то не так сделали, да? Ну, нет, трубы какие-то обвалились. Так. Блин! Рашель, овца, держитесь автомат. Вместе! Ну я с гранатометом остался, все. Вот эта тварь. О, да. Я уже конец. Громила! Я боюсь стрелять, потому что у меня гранатомет. Подбирай. Тупая овца, блин. Автомат собрала. Непонятно, куда свое оружие делала. Громила вниз, что ли. У тебя сзади автомат, там лежит УЗИ, бегает. Охотник с тобой тренера! Я не охотник, нет. Эй, дайте кто-нибудь руку. Прикрывайте меня. Так, самое оружие. О, Рашель, солнце мое. Я его сейчас убью просто. Не изберет. Так, ребята, откуда назад выбираемся, что за волшебник? Олесь, возьми пока вот УЗИ здесь сидел. 28 патрон, ага. А там же патроны. Ну здесь патроны, ну господи. Варианты других нет, что делать. Плевачица. Нет, он говорит, 28, здесь целый боеприпас. Лучше, Рашель, чем... Рашель грохнет нахуй. Красивая женщина. Перезаряжаю. Да, идем. Назад заходим, все.
значит, я не понял. Назад отходим, ну как тут пришли, не сало. Там же выход. Я понял. Здесь есть я оружие! Побежал вперед. Так, здесь мы так и не открыли. Ну, ладно, что делать. Заряжаю! Перезаряжаю! Перезаряжаю! О, дробовик. Нет, дробовик идет нафиг. Тамашка как он разная. Оружие! Перезаряжаю! А, ракетница-то ужала. Капризный какой. А ты как качал. Дай ему гранатомет, пускай бегает. Гранатомет нужно, разжить стекло. Или пошли как вниз. А там что за стеклом, чувак? А там это патроны, и такой же снаряд к тебе маленький. А, да нахрен он нужен. Перезаряжай! Какого черта ты продолжаешь палить по мне? О, канистры есть такие. Возьму на всякий случай. Здесь шприц с адреналином. Так, как по мне, лучше бы она в сейве лежала, потом если что увидим, заберешь, придешь. Да? Мы сейчас опять подожжем что-нибудь. А черт, вот не задача. Ребята, помогите мне! Я не держу тебя, спокойно. Сейчас я тебя затащу. Спасибо. Не за что. Ну, а я по второй поднялся. Ну вот. Охотник! Здесь охотник! Охотник на нике! Заряжаю! Она как сейчас девушка спасла, что плохая, плохая. Да. Красавица! Перезаряжаю! Ты что стоял, смотрел, а я что, как у нее получится или нет? Олег, возьми свой гранатомет. Я взял гранатомет! Чувак, ты стреляешь в меня! Давай, а что, куда ты пока? Я так понимаю, видишь, мне ничего не стреляет. Прикрывайте тогда. Давай. Ну вот, походу, поверх. Перезаряжаю. Под углом, наверное, стреляю, да. Одна есть. Вот, смотри, отлично. Понял. А? Это ты первый. Попробуй. Да попробуй в эту. Он куда пошел. Олег. Вон, справа торчит, и так, справа торчит нет, мишень. Нет, смотри, куда надо? Вот есть, смотри. Теперь надо бы всем подключиться. Говорю тебе, скоро польется зомби. Куда надо ее? Да, я понял. Куда? Это нужно во вторую попасть. В эту, не хотите во вторую попасть? Во вторую попасть... Нет, нафиг. Вот здесь нет, вот будет с угла и... Пошли за мной, я вижу, где вторая, где куда как во вторую попадать. Вон она, мишень торчит. Пойдем. Пошли этих вход искать. Вот, гранатомет! А, она с другой стороны горит, да? Все, я понял, его. Вот! Мне нужно подлечиться. Ну вот! Снова встаю! У вас есть. Дефибриллятор. Ладно, пора пойти вот взорвать что-нибудь. Да? Конечно. Чуть-чуть не попал. Так, в смысле? Может, как-то по другим углам или что-нибудь? Да она не нужна. Потому что я тогда в эту тоже стрелял. Мы снизу. Можешь пойти посмотреть. Меч когда вниз прыгнул? Нет, я попал. Пушки! Открыл там дверь, пошли обратно. Ворота открыты. Атака там. Да ты заряжаю! Так, пока что. Взял дефибриллятор! Громила! Громила! Вот оно, дверь открыта и все. Здесь что? Во. Эй, остановка! Убежище!
Все внутрь! Быстрее! Все внутрь! Ну, подождем. Я убийца особо зараженных. И в рукопашке даже умудрился. Так, я здесь. Здесь я. Аптечки вон. В ящике. Так гораздо лучше. Маски все одели? Пошли. Оружие! Там увидите. Это неожиданно. Подождите, я лечусь. Легче. Интересно, можно было бы оставить? Ну, думаю, что нет, раздавил бы тебя. Ну, прыгни. Плевать впереди. Сбил. Перезаряжаю! А это дефибриллятор еще раз убери. Он нам не пригождает никогда. У нас есть пушки! Бросаю самодельную бомбу! Так, побил за конец. Давай. И тут где конечно. Да я понял. А там не помню, вторая не должна была, да, так сказать? А я не помню, назад еще можно. Громила! Ой, блин. Ой, блин. Охотник! Готово. На одну ту сторону, наверное, там лучше сторона защищаться. Туда, наверх. О, здравствуйте, ребята. Зачем? Не подвигайте вы тогда, конечно, сейчас. Вы перебегаете. Как только сейчас подождем, нафиг. Вот там что было. Тут есть дефибриллятор. Осторожно. Осторожно. Лучше нажимаю. Нажимай.
дверь открыть. Может, вперед. Осторожно! Мой лазерный прицел очень горит. Гасите свет. Ну, вот так вот. Я не могу лежать. Осторожно! 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 Перезаряжаю. Я завес не помню. Перезаряжаю! Лестница, мягко говоря, осторожно! А, ну правильно, да, она под лестницу, она, собственно, о, взял. А куда ее что выехать? Ну да, конечно, это не ты в меня стрелял. Там не помню, надо же было заливать что-то, нет? Впереди? Не знаю, не помню. Нет. Ну пошли тогда, Бурси. Да ладно тебе, господи. Что? Вот, что хорошо, не лезь. Поливать, сейчас загорится! Меня задело этим горящим дерьмом! Да ёпта, чё? Да не, нормально. Там это падает вниз, да, поэтому аккуратно. Остаемся. Здесь есть оружие. Так, танк был. Молоту кто берет? Есть, есть. Молотов, молотов есть. Молотов. Еще и бомбы есть тоже здесь. О, где? Вот бомба, вот здесь. Вот. Меч. Не вижу бомбы, но ладно. Вот, вот мачете. Я показываю. Перезаряжаю! Готов! Курильщик слева. Здесь тошнило толстяка. Перезаряжаю. Я канистру есть, надо, катана. Канистру. Заливаю есть. Канистру. Так, стоп. Блин, автомат берстовый. Или катану заберем, что да, а здесь что? Снайперка сраная. Забирайте, там кому что надо. О. Здесь есть оружие. Огонь брать будете? Пошли дальше тогда, чё? Патроны. Я птичка. Боеприпасы. Громила! Ну чё, чё ты предлагаешь? Здесь охотник. Иди один, мы попробуем тебя прикрыть, наверное, давай, как-то попадает. Они же знают. Подожди, он пускай не убегает. Эй, осторожно! Вот таблетки. Эй, я поскользнулась. О, дьявол, готовьтесь. Угу. Нет, не нажимал. О, чёрт, это совсем плохо. Они приближаются. Я понял, иду. Эй, сюда! Прикрывайте. Меня канистра.
все, хана мне. Она прям под меня плюнула. Я сам не справлюсь, помогите! А поднимем спокойно, Вася. Подойдите уже и помогите мне! На месте где? Я не знаю, но у него палка вниз. Готов? Все, я взял. Все, я взял. Сейчас, ширяюсь, прикрывайте меня теперь уже. На какое-то время... Где он, Антон-то? Здесь я. Все, пошли, пошли. А ты конечно взял, Олевич? Взял, взял. А, блин, не взял. И упал еще на этом моменте. Перезаряжай. Под тобой она осталась, нормально она была. Я слышу толстяка. Что, плохо без дяди Ника? Сейчас я тебя вытащу. Здесь аптечка. Спасибо. Не за что. Нет. Где она? Мне нужно подлечиться. Вернись назад, где Бормана поднимали. Это должен не вернуться. Сейчас. Все, я понял. Сидите, нет, сиди здесь. Давай. Я, правда, адреналин уже просран. Жалко. Всех поплевать, заряжаю. Я убил ее. Дави. Слизь. Да, конечно. Да, там она не могла туда по логике попасть-то. Жакей! Ну видишь, Рошель тебя спасла, а ты ее все. Плохая женщина. Заправляй! Как любой бот. Подумаешь, там не топку первого. Рошель, солнце наше. У меня тренер, тебе бы подлечиться. Прикройте на секунду, я подлечусь. Да, вот теперь все. Черт, я. Мы тебя подымем. Для этого дерьма. У меня есть дефибриллятор, где он там? Вот сукин сын. Нет у тебя дефибриллятора. Я хочу отдать это тебе. О, спасибо. А куда же я его дел? Скинул. Когда аптечку дал. Опять бассейн. Ооо, здесь. Здесь и боеприпасы. Танк. Два громила, еще один танк. Смотри, поднимается антенна. Всем быть начеку. А это, походу, здесь надо заправлять, и будет она как-то дверь открывать. Дефибриллятор на мне вот здесь. Канистру я нашел. Заливай, что делать? Заправляемся! Да, встаем. Здесь же дефибриллятор. Когда все началось. Взял дефибриллятор. Так, куда ток давай? Танк. Так, это уже причина для паники. Прежде в этого танка! Ну ладно. Это бой! И почему эта тварь не за нами? Еще три! Так, канистру скинули. Да, дробовик. Не заливаю. Давай. Ой, битва. Перезаряжаю! Еще две! Какую женщину сожгли? Я ведь не люблю. Там аптечка есть. Здесь бита. Забирай. Она под этой. Под этой находится внизу. Забрал. Получилось! Хрена себе тут в кроватке. Что, там аптечка? Что? Какая там аптечка? Туда. Я залил. Куда бежим-то? О, там! Всем встречи! Это нечестно! Бросаю коктейль Молотова! Вот она! Ой! Убей танка! Ну и кто там говорил, что у нас не получится? Да. Осталась одна! Кто богатый? Сейчас прогорит. У меня есть кое-что. А меня уже не показывает ничего. Эй, спасибо! Вот дефибриллятор! Заливаем. Угу, давай. Еще один. Долбал. Здесь громила! Охотник на мне. Уберите его!
Смотрите, мадам, второй раз спасает. Ну, вы это что не спасаете? Здесь есть боеприпасы. А она нам для чего? А вы для чего? А мы чтобы аптечку твою использовать. Я ранен! Можно. Тебе нужно лучше заботиться о себе. Нужно обратить. Давай, поднимайся. Ты готов вставать? Что ты имеешь в виду? Много обязан. Не за что. Таков попал. Ладно. Антоха виноват на всем. Нет. Я попытаюсь прикрыть. Вот оружие. Я лечу. Черт, надо подлечиться. Так гораздо лучше. Тренер, полечись. Да. Ладно, забирай аптечку. О, здесь огнемет. А у меня дефибриллятор. Не, не, забирай все. Окей. Двери закроете или как? Давай. Ага! Yes! We got that done! Понятно? А, погнали, что делать. Пошли. Давай. Ага, хрен. О боже. О черт, я так и знала. Ну вот, теперь совсем другое дело. Уф, куда лучше. Все тут. Уберите подкомнаты. Не нравится мне все. Я здесь. Идемте. Черт. Теперь вы в полном дерьме. Я буду очень признателен, если мне помогут выбраться отсюда. Ладно. У кого есть идеи? Да уж. Стреляй в него. Убери его. Он скачет на нем шагом. Воу! Гранатомет! Блин, лишь конечно на середину клал прям. А я ее не перезаряжаю. Там есть поджечник? Да. Поджигать вам нет? Ну, а, стоп. А, нет, тут. Не, этот не надо, не надо. Ты стреляешь в меня! Перезаряжаю. Срань! Что ты делаешь? Перезаряжаю. Перезаряжаю. Слизь! Где мы, черт побери? А ты как думаешь? Давай, давай. Впереди, смотри, может и залить. А тут дробовишь. Ну, залей уже, чтобы ее не таскать, наверное. Там снайперку надо было заливать. Во. Будем это убивать. Я сейчас горелку возьму. Там походу там танк шумит, слышишь? Вот клюшка! Танк, отходите назад! Я подожгу. Молотов полетел! Стреляйте в него! Стреляйте! Готов! Успел не ударить. Твою кровь он попил. Уберите! Уберите! Совсем крыша поехала. Курильщик! Помогите! Перезаряжаю! Осторожно!
В атаку! Туда, да? Да, больше некуда. Патроны. Перезаряжаю. Здесь есть боеприпасы. Хромает. Ты прикинь. Че это вы хромаете? Мозоли? Игровые, да. Да? Плевальщица где-то рядом. Здесь патроны. Есть боеприпасы. И ЛЦУшку вернуть. ЛЦУ и бензопила. А? ЛЦУ и бензопила. Заберемся по лестнице. Лестница. Куда там? Прицел есть. Да, здесь комнате. Кнопка тоже. Все возьмите давай, себе оружие. Раз, два, три. Дверь открывается. Угу, вы вышли туда, откуда пришли. Большой коридор. А, так тебе загорелось, походу, мост опустить, да? Походу, да. Сейчас патроном полем возьмем. Здесь мы хромаем. Здесь боеприпасы. Олеж, полечись. Обождите, мне надо подлечиться. Эй, тренер, полечись! Всем приготовиться! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Громила! Перезаряжаю! А? Олегович! Перезаряжаю! Хорошо. Надо перезарядиться! Зажигаю! Осторожно! Перезаряжаю! Надо перезарядиться! Тихо-тихо-тихо. Надо перезарядиться! Сюда! Дверь открывается. Вот они! Кнопка какая-то еще одна, нажимаю. Сейчас зададим этот парень. Ну что, заходи. По-моему, ведьма плачет где-то, это вообще писец. Да. Жми на кнопку. Да. Я вроде дожал, а. Reloading. Под нами я тут открываю. Нифига себе. Блин, на меня всего стреляли. Ну и кретин. Да ему... Но нам наверх. Ну, да. Как-то надо. А вот трубы выдвигаются. Вроде все надежно. Элис, вперед! Вот сейчас с другой стороны трубы. Пошла, мадам. Не пойдем. Поехали. Я слышу толстяка. Толстяка ты там пишешь. Ай, упал. Я вешу, вон тут. Помогаю. Все, стой, да. Осторожно. Александр. Пошел. Чуть вперед, пройди. Вот ты и права.
Меня Рошель помогает. Нормально, спасибо. Кто-нибудь собирается мне помочь? Нет, ненормально. Давай помогу. Ребята. Осторожно! Так, так игра не должна, походу, работать половина. Ранен! У нас машина, нам проход, походу, закрыла. Спасибо. А, вы исчезло, исчезло, лол. Упавшая машина вот здесь пойдет. Бля, он очнулся и не заберусь, надо лечиться. Бля, он лечится. Ну ты красавец. Ну вот, ну не делается так. Очень смешно. Я ХП тоже теряю. Не беспокойся об этом. Ну не делается так. Да ты там что-то теряешь, он как был зелен, так и остался. Есть шприц с адреналином. Давай, пошли. Вверх по трубе. Нам надо уходить отсюда. Подтягивайся сюда. Блять, где ведьма? Это пиздец будет. Положит всех. Если да ёб твою мать, ищете, блядь, прям, я говорю, не подходите, реально. Я не знаю, там и сам бот подходит, ну что ты. Большое меня спасибо, и толкнуло, потому что, я тебе говорю, я хотел прыгнуть, толкнуло. Девочку послали, я не знаю. Убей ее нах. Ну-ну. Смотри, запел. Так она ж тебя спасает всегда. Ну дошли, нет, по очереди идем, доходим же. Забираю осколочные. Главное, ой, не смотрите вниз. Забираю осколочные. Он опять побежал, а мадам ты сзади. Она дойдет. Ну да. Так, вот отпустись. Бля, спасай. Громила! Страшно. Дробовичок. Это аптечку возьмите, я думаю, будет внутри. Ну и не салупость какая-нибудь. Где внутри? Жаки. Молодцы. Упал вниз. Так ведьму, ведьму вижу. Надо бы ее, наверное, сбить попробовать. Да, это мадам, бежим. Уже лучше, но... Вон там на пол первого. Видишь, забил. Стрельни, она сюда прибежит, мы ее встретим в эту дверь. Вот здесь втроем. Отойди. Ведьма, ведьма! Отходи. Ведьма! Бежит, бежит, красиво бежит. А точно бежать? А может не придет он. Пойду посмотрю. Она упала, походу, все. О, смотри, сколько здесь места. Так, здесь давай дальше, птичка. Я первый, так же первый, да? Давай. Просто где-то играми. Я тут вижу на уступе. Сзади, аккуратно. Да, я тебя не подтянул. Не, сейчас не ты, я не видел, что дырка здесь, я тебе ничего не сказал. Конечно. Давай, иди. Кстати, это прям на мне, на данной да, походу идет. Бля, ты нахрен. Да я все быстрее, хочешь прыжок, чтобы сделал сейчас больше. Дырку, блядь, быстрее к вам подняться. А сейчас пройдем в прошельку. Берегите, мадам. Пустяка я убил. Где вторая тварь? Я не знаю, где. Жаки, блин. Жаки я убил. Осторожно! Блять, бот толкает, бегут вообще. Я знаю. Я ранена! Все, хер с ним. Даже не думайте, что я не черт, блять, ребята, помогите мне! Сейчас я не прожал, пробил толком. Сзади че? Нет! Черт, я лоханулся! Давай, он наверху над нами прям. Я тебя сейчас попрощу. Попробую. Спасибо! Для этого-то я и здесь. Надо, наверное. Я все, не оставлю тебя здесь. Сейчас помогу. Спасибо. Нет проблем, Ром. Пошли, давай подтягивайся. Ну и боль. Нужно попасть вон туда. Это нам понадобится. Блин, вентилятор нужно вставлять. А чё вентилятор красным-то он не горит? Или чё? Чёрт, кажется, это опасная штука.
Черт, какого же ты лимоны? Надо дальше прыгать, а там потом это не узнает. Что? У меня что, машина упала? Громыхала, громыхала. Ой, громыла. Громила ударила тебя. Понял. Рошель. Закинь где-то. Нет, слушай, я, наверное, не потащу гранатомет. А, вон, это самое, да. Вот здесь на автобус, да. По автобусу лестница есть. Издеваешься надо мной. Как машина полетела, я с ним посрался. Я взял гранатомет! А, вот, все, нормально бабахнул. Тебе надо бабахнул. Бля, ты махал, полечи! Спокойно. Прикрой его. Он там. Все, спокойно. Вот и я про то же. Остановился. Отлично. Жакей где-то. Был мой. Не лечи, куда? Птичку береги, последнюю. А, да. Это ох, все не Анту Олега, нахрен вообще. Так, куда нам дальше? Так, тихо, тихо, тихо. Куда дальше? Толстяк! По лестнице, по вот так, что ли? Так, вот там, да. Стреляешь, тренер. Значит, туда, да? Так, по этой. Ага, понял. На лопасть, да? Да. Я же очень рад, что мне помогут выбраться. Сейчас все. Больно. Так, народ, мне правда нужна помощь, я не шучу. Я слышу. Погоди. Эй, я поскользнулась. Я тебе помогу, а то ведь грохнешься, костей не соберешь. На радости, что я пошел. Спасибо. Вы там видите, прям за дверью. Дробовик у кого? Сейчас я сделаю. Давай. Сейчас она развернется, скажите. А, хорошо. Злой ты. Рошель. О, это машинка, а это погрузчик. Я перезаряжаюсь. Пора бы уже конец уровня устроить. Уже ты, скорее всего, будет. Курищик! Наверх, там в лес. Ага, до свидания. Перезаряжаю! Опять прыгает. Да, вон конец уровня-то вон он, но... Я толкну, что первый, второй уровень. Пошлите все делать. Вон канистры вижу одну. Здесь ворот назад он есть, да? Пойду, возможно, канистры. А так пошла. Так, одну канистру я могу забить. Перезаряжаю! А, там вижу, вижу. Я слышал. Надо перезарядиться! Здесь можно поверху лазить, можно. Жакей! Жакей! Блин, патроны кончились. Сейчас, и... я там залью, конечно. Кажется, какой-то ход тут... Вот, гранатомер! А, он от тебя бежал. Олегочка, побежал. Куда-куда? К патронам, например. Сейчас кричать здесь будешь. Чё там? Там ракетница есть у вас? Антона, там не было ничего? Есть, есть, есть. Сюда, ко мне надо. У меня это уже действительно красный круг у меня. Что и канистра у меня. Надо, пока ты туда прыгнешь. О, это будет просто прыгать. Ай, блин. Скоро на землю посыплется град из частей зомбаков. Угу, я здесь. Эй, тут боеприпасы! А вторая мигает, и где надо посмотреть. А, блин, наверное. Нет? А где тогда? Это, видимо, надо куда-то дальше, куда-то еще идти. Это все происходит не на... Куда? Нет, просто где она сама-то по себе? Вот, ход есть, я пойду скажу, посмотрю. У меня канистра внизу есть. Сейчас, здесь сейчас. Во-во-во. Нет. Так, я нашел еще одну ракетницу, скажу. Исол, поднимитесь к нам уже вдвоем.
А где автомат? Такие аптечки и море. Патроны все есть. Где вторая... Где второй этот? Сейчас, подожди, сейчас ищу я. Вот, я нашел. Где? Ой, бля. Что делать-то? Я еще не дошел к вам. Так, короче, смотри, я сейчас беру ракетницу, как ты мне скажешь, что ты попал первый, я сразу буду стрелять во второго. О, готов? Да, гранатомет! Да, попал. Есть. Что произошло? Дверь открылись. Супер! Сработало! Какие? Там, ну, у на тебя? Выход, да, на выход, да. Возвращайтесь. Я зря шел? Возвращайтесь, да. Возьму каникулы на всякий случай. Толстый там аккуратно. Блять. Так! Курильщик! Я не вижу, это прилетел. Есть! Давайте все живо сюда, внутрь! И так уже почти бегу. Reloading! Парни, вот это по-нашему. По-бразильски, да. Так, я появился. Что, все на месте? Готовы? Да, пошли. Конечно, пока оставим, посмотрим, что там будет впереди. Весовоз убежал. Заправляемся! Нет, канистру возьми там, весовоз. Да, наверное, скорее всего, респонятся здесь еще. Нет. У вас начинается опять. Здесь дефибриллятор. Не, ну у меня, в принципе, все есть, как бы. Подождите, я лечусь! Ой, не знаю, я до сотки все делаю. О, обратно да. Ты уже не вернешься сюда. Бензопила, ну ее нахрен. Здесь шприц с адреналином. Ладно, жмите кнопку, да погнали тогда. Погнали. Один! Все взяли, что ли? Не, не пойдет. А да, это было не единичка, двойка. Ну, нажмите еще раз, что. Готовьтесь, сейчас заводит сирена! Давайте покончим с этим поскорее. Плевотная граната! Включается! Заряжаю! По левой стороне, я буду. Перезаряжаю! Я перезаряжаю. Можно. Вот туда и надо падать и бежать. Бля, опять упал. Эти никогда лишними не будут. Ёпперстейл! Антон! Снимай! Бля, как вы вот тоже играете, еще не видите? Окей! Вы мне говорите, да, я здесь когда напрыгну. Чё угу? Не, ну я тоже залез наверх, а... Я вижу, я тебе крикнул, а Антон... Пойдём есть! Это не смешно. Серьезно. Лечусь. Здесь есть аптечка. Лечусь. Ну вот. Снова встаю. Пирамида. Понятно. Я еще один. Собирайтесь,
Ранен! Перезаряжаю! Я сам не справлюсь! Помогите! Я же кормлю-то. Кто-нибудь поможет мне выбраться? Меня никто не прикрывает. Я как пусть делает. Спасибо. Надо перезарядить. Нет. Кто упал? Рошель упал. А кто? Где же ему стало? Единичка почему-то горит до сих пор. А, шестерка его появилась. Пошли, пошли, пошли. Перезаряжаю! И бежим, бежим! Молотов! Сами и жрите друг друга! Так. Надо перезарядиться! Перезаряжаю! После хорошей попытки не будет перезаряжать хуже. Торопись, я торопись. Таблетки, подожди. Давай, вот сейчас. Прикрой. Не дергайся, лечу тебя. Уже. Из-за чего аптечка едет? Вот и дефибриллятор. Осторожно, осторожно. Бля, сейчас он меня снесет. Прыгай! Нет, подожди, тут пока добито все это. Не, он по мне говорит. Можешь кинуть? У меня молотом. Если у вас что-то есть, то кидайте срочно. У меня тоже молотом. Аптечка на мне вот здесь еще. Гал! Кинул. Зарядом сейчас. Прыгай вниз. Я слышу курильщика. Я внизу. Я тоже. Куча. Осторожно! Какая дверь там? Перезаряжаю! Да любую, в кучу. Вставай. Осторожно! Пока. Ну, пошли, выходим. Это следующие будут. Наверное. Ой, мне подлечиться надо. Давай, давай, не закрывай. Я лечу. Блядь, у меня бегут, у меня. Надо перезарядиться! Всё, зарядись. Убейте его от меня! Ага, хорошо. Бомба, бомба была, тебе взяли. Я молоту так же несу. Да, следи, прикрой. Где? Вот, вот бомба. Вижу, все, взял. Я патроны. Боеприпасы. Забрали в дверь, я первый. Вот и все. Забирай рвоту. Антон, подходи. Ага, где я упал? Возьми, я с вами, с вами, с вами. Перезаряжаю. Что-то опять замороченное, опять заливать. Так, да, не найдем полез, а то я там перестану. Меня громило. Громило. Унес. Угу, спасибо. Там. Патроны. Где? Вот таблетки. Именно. Танк! Вижу. Бля, наверх, наверх, наверх. Вижу, вижу, вижу. Не прекращайте стрелять!
вскрыл. Он живой. Живой, живой. Убил. Не останавливайтесь! Так, конец с другой стороны. Аптечка. Забрал. Там пока есть еще. Да у меня 73, нормально. Забрал. Я там открыл гранатометом, зеленую стрельнул. Громил лезет через стенку. Я взрываю. Граната есть? Не разгорел тоже. Бля. Так, цифры записывали? Нет, нет. Какие были? 1, 6, 8. Потом 8 или что там? Еще 3? Или что там? По-моему, 6 было. Да, 1, 6, 8. 1, 6, 8. Что еще? Остальные не знаю, не помню. Это был раз, когда мне понадобилось. Ничего не говорю против. Пусть будет 2. Нет, 2. Пусть будет 3. Эй, сюда! Выкрывайте. Сейчас. Слава богу, они не сбрасываются, слава богу. Аптека есть? Нет, нет. Есть одна сейчас. Так у тебя, смотри. Бля. Семерка, что ли? Бля. Патрон закончился. Прекрати, мы не стреляем. Все, последняя семерка была. Так, а куда я автомат подел? Черт побери, тут становится жарко. Ну, ты можешь, блядь, постоять теперь? Я не могу, выжить. Надо. А где? Гумахал. А где? Где он? Там. Там. Вон, добизу. Вот там, как она. Бежим! Уходите. Пока он на меня стягивает. Нажимай. Все живо в лифт. Нажимай, я нахуй тоже. Народ, мы уезжаем. Танк идет. Или что, вы пока танк не убьете никак, все уехали. Ура! Наконец-то мы его бросили. Да я за этим бегал, я быстрее писал. Я уже бегу. С аптечкой. Фантастически! Как же еще? Второй еще танк. О, жесть. Спит спокойно. Ну, сложно выживалось как-то. У меня еще, видишь, подсчет маленький, потому что вылетал уже. Ну, вот ты перезаходил. $3,287 пострадали при съемке этого кино. Всем спасибо за внимание. Всем пока.